Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я расскажу вам ритуал, как отомстить врагу, закрыть ему дороги. Чтобы отомстить врагу и перекрыть ему дороги, вам необходимо купить часы. Часы наручные, маленькие часы, но чтобы это были хорошие, качественные часы. Никогда не скупитесь на магии. Если вы начинаете жадничать и вот начинаете считать каждую копейку, чтобы что-то там выгадать для себя, то эти ритуалы вам не помогут. Значит, берете часы, ну пусть это будет вот такой вот камешек на данный момент, когда я вам буду объяснять. Останавливаете их, вам потребуется еще черная ткань, ну, где-то полметра на полметра, фотография вашего врага, недоброжелателя. На этой фотографии вы обязательно пишете фамилия, имя, отчество и дату рождения. Абсолютно без разницы, где вы будете это писать. Сбоку, сверху, снизу, без разницы. Далее вы кладете на эту фотографию часы остановленные. И начинаете читать заговор. От слов к делу, от дела к исходу. Аминь. Покуда эти часы стоят, моему врагу страдать. Дела не в оборот, слово и дело не в угод. Чтобы раб, имя называете, не творил все в оборот. Часы стоят, слова летят, как стрелы пронзят. Покуда часы эти в ход не пойдут, всем делам раба имя называйте полный неход. Аминь, аминь, аминь. Далее вы берете ткань черную и завязываете крест-накрест узлом. То есть по диагонали берете кончики, завязываете, затем другие по диагонали кончики вы завязываете. И прячете в укромное место на неопределенный срок. Но если же вы захотите снять это действие и запустить часы обратно, тогда нужно будет и сказать. То есть вы достаете, допустим, вы уже с этим врагом подружили, или, может быть, примирение у вас какое-то пришло, или вы видите, что мучается человек, и вам его стало жалко, развязываете тогда эту ткань, берете часы, обратно запускаете их, заводите и говорите: часам вход, а делам раба имя называйте восход. Аминь. Вот такой вот ритуал. Я надеюсь, он вам понравился, надеюсь, он будет вам полезен. Но только смотрите, дорогие мои подписчики, гости моего канала, а также любимые клиенты. Обряд этот вы делаете только тогда, когда вы точно знаете, что этот человек вам вредит каким-то образом. Вот враг, действительно. А не просто так, это ваша прихоть. Тогда, пожалуйста, вам все силы в помощь. От себя я желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, поменьше врагов на жизненном пути и всего самого наилучшего в мире.